Ну, во-первых, хочу поздравить и игроков, и тренерский состав, административный, и, конечно, болельщиков, то, что с победой на позитивной ноте закончили сезон. Все-таки она нужна была в таком психологическом плане. И уровень игры показали достаточно неплохой. То есть играли так, как ребята любят играть, так, как умеют. Ну и, конечно, как позволил соперник. Все-таки слишком много сегодня команда «Арсенал» позволила нам, потому что очень много было свободных зон, особенно в позициях инсайдов, где мы быстро развивали до атаки, поэтому и создали достаточно моментов, и было забито большое количество голов. Но все-таки где-то психологически определенный барьер был. Сейчас наступила раскрепощенность, да, не давлел уже результат. К сожалению, да, мы задачу, которая ставилась перед нами, не выполнили, поэтому, а сейчас, когда уже ясно было, что не решим те задачи, которые поставили перед нами, ребята раскрепостились, сыграли каждый, наверное, и для себя, и для партнера, и для команды, и для болельщиков. Вот от этого получился сегодняшний результат.